Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсуф с вами. Дорогие зрители, где? Эски Санаи приехал, который после отпуска дома что-то сломается, честно говоря. Сегодня так погода хорошая, я в куртках. Что делать? Друзья, что сломалось у нас, которые? У нас омывайка в туалете, которая туда, у нас внутри, которая резервуар. Вот его сломалась эта штука и эта. Все, внутри, друзья, там полностью, короче, спрашивают наши туда 1200 лира. 1200 лира. За это два штуку у меня спросили наши туда 80 лира. Эски Санаи перешел, 40 лира купил, 40 лира. И внутри, который все полностью, если хотите поменять, 500 лира. Пополам, 50% на 50%. Представляете, что такое? Профессионально есть человек, который работает, профессионально есть воруют. У нас туда есть один недаяп, который туда, они, у них все есть, дорого, реально дорого. И что тахтакале, у них купают и продают народу. Два раза больше деньги. Тахтакале и недаяп не надо купить ничего. Тахтакале все общим, они дают товар. Если вам тоже нужно что-нибудь купить в вашем доме, Эски Санаи надо приехать. Ильхан Япы надо найти, друзья, очень просто. Эски Санаи, как раз входишь, первый выход, вот сюда, серединка где-то, Ильхан Япы. Сейчас снимаю, я вам показываю. Вот, друзья, Ильхан Япы. Вот, там Эски Санаи, выход. И здесь можно купить все, вам что надо есть. Дешевле. 50% дешевле, чем других магазинов, серьезно говоря. А, белый сантим кес. Yeter, işte o kadar gitme, gitme. Ha. İyi, kes abi. Fazlasını orada evde keserim ben. Сейчас еще у меня нужно. Друзья, много чего интересного есть здесь. Даже так, унитаз, туалет, много чего. Цена каждому поменяется. 1790 написано эти. Вот как и наша. 1450 лира. Она. Это наша, которая. Когда я купил 1200 лира, представляете, год назад, еще вообще она не подорожала. 300 лира. Серьезно, они не голодные, да, это однозначно выглядит. Еще есть унитазы очень много разные. 5210 лира, вот такой резервуар. Наш стоит вот такой, но у них немножко дорого. Разные. Туалет 2000 лира. Короче, это не очень хороший такой. Я не знал это магазин, но один знакомый мне говорил. Даже здесь есть туалет Ландикап. Вот это аптест, друзья. 12 тысяч лира, короче. Вот такое зеркало, лавабо. Тоже есть 8000, друзья, это там блю марк 8750, его цена нет. Вот такой есть 4250. Еще один наверху есть также магазин, у них тоже цена повыше. Вот это хороший штук 2850. Зеркально такой. Вот есть мало места. 2400 на эти два штук. Тонкие, которые на сколько? 20-40 сантиметров. Вот много чего есть, друзья. Если вам надо, пожалуйста. Я вам это не реклама, информация я даю. Посмотрю кран. Да, много разные. Хороший кран есть. 943 лира. Вот такой красиво, симпатично. Ла кухня это. Вот русский кран нашел. Вот. Вот. Цена не написана, друзья. Наверное, закончена. Если цена нет, закончена, значит. Вот такой кран двойных, друзья. Который здесь. Два есть. Одно, которое чистая вода, а второе, которое обычный кран вода. 1700
16 лира. Вот такой есть, 1420, вот такой черно-белый. Разные есть, но наши, которые мы поставляем, очень-очень такое качественное. Так, это не знаю, сколько подходит, но разные очень много есть. Но кран не дешевый, друзья. Нормально. Но качество тоже там надо быть вот такой. Вот я вам снимал, показываю, еще там есть и здесь. Лавабо разные. Дешевле тоже есть, дороже тоже есть, друзья. 2190. Короче, лавабо дают шкаф, но верхний шкаф, все в общем, без кран. Кран цена нету туда. Вот, может быть, еще кран я возьму и здесь наша кухня поменять. Посмотрю сейчас. Друзья, базар купил кумкват, который его горшочку нужно у меня. Это очень большое. Наверное, вот такой выбираю. Такой литр 15, наверное. А нет, 25 литров. Вот это меня отлично пойдет. Сейчас 2 штук возьму. Друзья, это магазин где-то недалеко от нашего дома. Радушком есть Эльси Вакеки. Я несколько раз я снимал этот магазин. Если вы что-нибудь надо, пожалуйста. И здесь магазин очень-очень дешевле, который радушком Эльси Вакеки есть туда, налево. Сейчас ты прям Эльси Вакеки пешком сюда 2 минуты. Можно приехать, все купить. Магазин я вам показываю, что интересного, друзья. И здесь все дешевле. 10, 15 лира, 20 лира. Которые, конечно, это, не знаю, такой сумма, 15 лира. Сверху написано, это 15, это сколько? Не написано. Короче, все, в общем, купаешь. Вот человек вам рассказывает, собственно, и здесь начали еще так 980 лира. Короче, перевезли набор гранит, говорят, это... Что есть кастрюли, 3 кастрюли, 1 сковородку, 980 лира. Не дешевое, не дешевое. Сейчас так большой выглядит турецких лира, но по-настоящему, если почитаешь, никакая против валюты. Друзья, 40 лира мусорки, вот такой маленький лакохный, который лестницу сверху вставляешь. Отличная идея. Вот эта корзинка для помыть ребенок. Тоже пойдет. 135 лира. Вот корзинка такой маленький, большой. Это 55 лира. Еще есть набор уборку. Цена не вижу. Много чего есть, друзья, что вам надо. Короче, это грецкий орех ломать. Вот такой 18 лира зеркало. Истанбул одно время очень-очень популярно был. Когда моя кафе была в России, я купил вот такой. Отвезли мои клиенты, подарил. Не такой простой был, конечно, красивый был. Османский фигур был сверху. Вот так очень много чего был. Еще 15 лира лагубка. Надо это? Не знаю. Что передумали, а? Джазва 40 лира. Турист кофе варит. Идея хорошая. А сейчас так кастрюлю везде вижу. Чайник. 320 лира. Чайник. Посмотрю внутри. Нормально. Тонкий. Очень тонкий. Нет. Это не подойдет. А, есть очень много чего еще. Вот это хорошее. Это чайник хороший. Это я знаю. Вот.
дальше очень много кастрюли, очень много чего есть, друзья. Друзья, на этом магазин, который Мирич продает все. Мирич не закончился, каждая квартира. Вот, эти масла наливаешь внутри, масла. Очень хорошие вещи, которые для кухни. Но у меня есть стеклянные. Бокал тоже привезли человек. Знаете, они идут в фабрик, который... Они хорошо купают. Но это бокал хороший. Мед какой толстый, не тонкий такой. Для вино. Еще что полезные вещи. Это что? Мейвезжи. Фрукты, которые сбивают. Бесполезные. Это хороший штук. Короче, рука помоешь, это так внутри положишь там со мыло. Это сколько стоит? Цена нету. Очень много женщин есть, друзья, очень много. Бегают туда-сюда. У них купить не закончится. Вот для школы, школьники, попить вода, спортивный магазин. Кто-то спорт занимается, пожалуйста, есть. Это сколько? 30 лира. Мужчин, которые 35 лира. Есть много чего. Но и здесь, которые простое что-то надо купить, друзья. О, это есть. Стеклянные. Лампочки есть 15 лира. Это что? А, это котлеты льют, которые... Ай-яй. Интересно, много чего есть, друзья. Я пойду посмотрю, моя, что нужно. Abi şu şeylerin şeyine baksana. Gel fiyatlarını söyle bana bir. Ne kadar abi şunlar? Abi bunlar 75 lira. 75 lira. Bu 80 lira olur. 80 lira. Şu 75 lira. 75. 50 lira. 50. 35 lira. 35. Bu da 30 lira olur. 30 lira. Şunlar 75 lira. Это 75 lira. Şunları almak isterse 125 lira. Büyük ebat. 125 lira. Штук. Toprak. Это земля, друзья. 75 lira. 7,5 lira mı? Hayır, 7,5 lira. Bunlar çiçek ekiyorsun. Evet, çiçek için. Anladım. Bunların fiyatı ne abi? Abi bunlar 15 lira. Şunlar 15 20. lira. 20 lira. Şu 25 lira garanti 25 veriyor. 25 lira. Görünmez. Garanti de yut. Pazar arabaları? Abi pazar arabaları bunlar. Şunlar 160. 160. Şu demir, şu demir olan 180. 180. Şu tekerleri demir olan da 270 lira. 270 lira. Katorium. Metalistiski polnüstü. Bunlar 220 lira. Kampanyalıdır. 220 lira. Sağlamdır. Düşünürse. Tipa kampanya говорят. Şunlar 75 lira. 75 lira. Şu adil niyes bunu. 75 lira. 100 lira, 250 lira. Три разные, 50, 100 лира. Bunlar 50 lira. 50 lira. 60 lira. 60. Şu boy 80 lira. 80 lira. Şu büyük olan 100 lira. 100 lira. Tüm masaları? Tüm masaları 400 lira. 400 lira. 550 lira. 550 lira. Stol, küçük. Şu düşünürse 125 lira. 125 lira. 60 lira. 60 lira. 35 lira. 35 lira. 40 lira. Oo, soğusuna. Kurutmalar? Bunlar alüminyumdur. Alüminyum. 350 lira. Kaç? 350. 350 lira. Alüminyum. Alüminyum. Я купил, это хорошая штука. Санта düşünürse. Ага, чемодан. Şeyin olursa, bunun fiyatı 400 lira. 400 lira. Şurada 300 lira. 300 lira, друзья. Devamı yok abi, 3-4 tane var. А, 3-4 штука осталось, говорят.
Это 1000 лира я видел. Депо, это тоже 1000 лира был. 400 лира продают из ДИС. Это 300 лира. Терковаться делать, это 250 лира. Не знаю, друзья, качество, но что-то похоже. Там очень много женщин бегают туда-сюда. Я не могу спросить человека постоянно. Вот это чайджи, это называется чайник. Синьбо, хорошая фирма это. Фирма нормальная. А сколько стоит? Это спрашивает. Аби, чайджилар на кадар? Шунлар, Синьбо. 500 лира, друзья. Серьезно говорю, дешевле. Ha. Bunlar da 400'e düştü. 400 lira говорят. 480 lira almak isteyen olursa 400'den verebilirim. Gelsinler, siz söylesinler. Вот 400 lira попал. 400. 400. 2 yıl garantili. 2 год гаранти говорят. Saatler 90 lira mı abi? 90 lira 120 lira abi. Часы, друзья, 120 lira, 90 lira. Şu çaycılar ne kadar abi? Bunlar kettle abi. 280 lira. 280 lira. 190 lira. 100 lira. Abi gelin olursa seni söylesin. 100 lira gününden 10 lira senin hatır için düşüyor. Говорят, видео покажите, еще скидка делают, друзья. Вот. Очень много чего есть, друзья. 15 лир. Вот. Каждый дома нужно. Каждый магазин я вижу. Очень дорого. Ну, это пепельницы. 15 лир, 3 штук, друзья, кубка. 40 лир, такой ла зеленый чай. Чайник, 40 лир, это 70 лир. Большой размер. Это хороший, это маленький, 40 лир. Нет. Да, 40 лир, вот это. Друзья, я говорю, что я купаю, я вам тоже показываю, которые, а сейчас никого денег не хватает, так дорого, не надо купить стаканом, стакан здесь полный, дешевле, видите, это так, стакан воды, виски, там что-то хотите, 40 лир, 3 штук, тюркский чай это тоже, наверное, это 30-40 лир, небольшие деньги. Есть разные, очень много стакана. 65 лира эти написано. 75 лира. Внизу что? Еще есть стакан лавади, раки. Вот, грубо говоря, цена 40-50 лира. Еще, конечно, очень много чего есть для вашего дома, хозяйства. Много чего, что вы хотите. Это интересно, это что такое? Почистить радиаторы. Это тоже 15-20 лир, друзья. Пластик здесь не очень такой качество. Пластики купаешь, там два раза надо придумать. Но такой металлический, это 200 лир, друзья, я знаю. Все равно спрашиваю, на... сейчас слова не говорю. Мой друг продает 200 лир. Abi şunu kaça veriyorsun? Şu. Abi onlar 170 lira. 170 lira. No. Давай этаж надо быть. Это маленький штук. 170 lira. Хорошо. Вот, друзья, еще один магазин я вам показал, который еще раз я вам показываю, где я. Лево поворачиваешь, туда Эльси Вакики есть, наши кузеяка, друзья. И здесь Гази. Вот шок магазин есть, там против есть фрын, печка. Вот магазин. Дорогие зрители, два штук картошка я уже купил. Вот по 75 лира. Сейчас домой поеду, буду работать домой. На следующее видео будет, которые мои хобби, которые, друзья, мои куркуват. Буду посидеть. Еще других у меня очень много есть, надо разбирать. У меня беда осталась, которая каркаде чаем, она не растет. Я вам тоже показываю, который, что случилось. Вот ситуация такой. Люблю вас, дорогие зрители. Всем пока, увидимся.